Чувашию поступила первая партия вакцин от гриппа. В городской клинической больнице номер один уже несколько дней можно сделать прививку. Кто уже воспользовался этим шансом, узнавала наша съемочная группа. 3 дня не мочить, поступили. Всего пару секунд, и организм надежно защищен от болезни. Вакцинация – один из самых эффективных методов профилактики гриппа. Ну, ежегодно я хожу на прививку от гриппа, потому что... Ну, если даже заболеешь, то в слабой форме. Я 10 лет уже делаю прививку. И поэтому зимой никогда не болею. Одними из первых прививку от гриппа делают врачи. Они на своем примере показывают, как можно уберечь себя от болезней. Вакцина называется «Савигрипп». Ее разработали отечественные ученые. Каждый год состав прививки разный. Он зависит от прогнозируемого типа гриппа. Мы всего планируем привить более 45 тысяч прикрепленного населения. А на сегодня мы привили уже более 2000 человек. Очень активно. Все уже понимают необходимость вакцинации, чтобы успеть до начала эпидсезона привиться. И чтобы успел выработаться иммунитет. Организм становится защищенным спустя 2 недели после прививки. Препарат действует около 9 месяцев. Чтобы сделать прививку, нужно пройти медосмотр и получить направление у участкового терапевта. Татьяна Леонтьева, Алина Сусметова, Борис Андреев, Республика.